Его ждали год, и вот дождались. В День молодежи в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» вновь состоялся летний кубок КВН Омской области. За главный трофей сражались 10 команд из 3 регионов России – Свердловской, Новосибирской и Омской областей. Традиционно участники представили визитки, а кроме индивидуальных номеров, знатоки юмора удивляли зрителей и другими. Вспомнили лучшие свои выступления и представили на общий суд что-то посвежее. Ну, КВН – это вообще, в принципе, такая, знаете, это большое удовольствие выступать на сцене. Всегда очень приятно, такая большая радость. Хорошее настроение всегда, веселье вот полное. Отлично, когда вот выходишь, огромное количество людей, и ты смешишь и как бы, ну... Получаешь удовольствие. Да, заряжаешься вообще позитивом большим. Вот поэтому ради этого, в принципе, мы и играем. В этот же вечер создавали атмосферу юмора и шуток гости из высшей лиги. Сибиряки, которые уже заработали определенную репутацию по ту сторону экранов. Команда «Экскурсия по городу Новосибирск» и «Амичи». Ребята рассказали о своей подготовке к предстоящему сезону. Мы приехали сейчас в Омск. Упорно готовимся к следующему сезону высшей лиги, чтобы там не оплошать на этот раз и не вылететь, как в том году. У нас было мало музыкального в том году, а в этом году мы стараемся больше петь. Амичи! 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 Попытать счастье во второй раз «Амичи» собираются в следующем году. Заручившись поддержкой областного правительства и главы региона Виктора Назарова, КВНчики рассчитывают на самый верный способ – поехать на сочинские игры и получить высокую оценку от самого строгого судьи. Мы, к сожалению, вылетели в четвертьфинале. А вот, но в январе едем в Сочи на фестиваль, надеемся, что нас вновь позовет Александр Васильевич в высшую лигу к себе. В том, что реальный КВН отличается от экранного, смогла убедиться и наша съемочная группа. А дело все в уникальной атмосфере, которая царит на играх. Здесь искренне сопереживают участникам. А как утверждают сами юмористы, зарядившись отдачей и поддержкой зрителя, понимаешь, победа не самое главное.